состоялось в 988 году. Накануне князь Владимир созвал своих бояр и старших и рассказал, что разные народы предложили ему принять веру. Болгары, немцы, иудеи, греки. Каждый хвалил свой закон и порицал чужую веру. Ранее князь Владимир укреплял в Киеве и Новгороде почитание языческих богов, ставил и украшал их изображения. Карамзин цитировал летописи, по которым Владимир поставил рядом с Теремым дворцом на священном холме новый истукан Перуна с серебряной головой. Там земля осквернялась кровью жертв. Посланный им Добрыня поставил кумир Перуны в Новгороде на берегу Волохова. По летописям у Владимира было 300 наложниц в Вожгороде, еще 300 в Белгороде и 200 в селе Берестове. Он объявил войну правителю Польши Мечиславу, который незадолго до этого принял христианство. Карамзин подчеркивал, что и к власти Владимир пришел с помощью злодеяний и варягов. В X веке христианство стало проникать в Венгрию, Швецию, Норвегию, Данию. За 100 лет до Владимира оно постепенно становилось известно и на Руси. При Владимире приняли мученичество обратившиеся в христианство варяги. Академик Рыбаков опубликовал в 1983-1987 году «Языческое древние славян», «Язычество древней Руси», собрал древние наименования князя Владимира «Красное солнышко» и пришел к выводу, что они возникли благодаря воспоминаниям о действиях Владимира по пропаганде языческой. И у язычников издавна был распространен культ солнца. Некоторые из них были огнепоклонниками. Летописи сообщается, что советники Владимира предложили ему послать своих людей, чтобы разобраться, кто как служит Богу. Карамзин подчеркивает, что достоверность летописного сообщается о посольстве подтверждения сведениями греческой рукописи, хранящейся в Парижской библиотеке. Владимир отобрал 200 человек с поручением отправиться к болгарам, а потом к немцам. В этих странах и не понравилось далее. Они прибыли в Константинополь, Царьград, современный Стамбул. На несколько десятков лет раньше к Константинополю ходили с военными походами русские князья Олег в 907 году, Игорь в 941 году, Святослав в 970 году. Константинополь является столицей Византийской империи. На протяжении 13-12 веков там проходили иконоборческие движения. В X веке высшие церковные деятели обвиняли друг друга в ересях патриарх Фотий и патриарх Игнатий. Порицали императоров за бесчинства, например, сын императора Романа I, 920-944. Феофилак в возрасте 16 лет был сделан патриархом в 933-966. Хотя византийские историки рассказывают, что он осквернял богослужение неприличными песнопениями. Император от своего имени предавали анафеме высших церковных деятелей. Роман I. Такие сведения об истории Византии не сообщаются в русских летописях. Они стали известны в русской исторической науке во второй половине XIX века. Благодаря работам русских ученых, которые после 1900 года вновь изданы в Российской Федерации. Как сообщается, русские летописи в Византийской империи поручили свою патриарху показать русским гостям торжественную церковную службу по праздничному чину. Служба состояла с участием архиерея в присутствии императора. По выражению летописи, русские гости безумие, вариант в изумлении, бывшие удивишься и похвалишься службу их.
По возвращению к Владимиру посланные сообщили, что в Болгарии нет веселья в них и недобрых законников, а у немцев в храме варганные и цимбранные играни, а красота не видя ни кожи. В Константинополе они не понимали, на небеси ли если были и, или на земле. В 988 году Владимир крестился в церкви Святого Спаса. По лаврентийской летописи церкви Святого Василия в городе Корсу, Херсонес, современный Севастополь. Летописи излагается текст ему веры, который он принял. Этот текст отличается от канонического символа веры, принятого в современной русской православной церкви. Владимир вернулся в Киев и повелел кумирам из Повреши некоторые из них порубить и сжечь, изображение языческое Перуна привязать к лошадиному хвосту, протащить до реки и бить железом и бросить в Днепр. После этого Владимир велел народу креститься, богатым и бедным, от младенца до стариков. Люди говорили, если бы сие не добро было, князь или бояре не приняли. После этого Владимир велел строить деревянные церкви на местах, где стояли кумиры. Есть такая пословица: «Святое место пусто не бывает». Первую церковь Святого Спаса, вариант Василия, возвели на холме, где стоял кумир Перуна. Церкви ставили и в селах. Детей начали учить грамоте. Летописи сообщается, что сбылось пророчество. «Во отныне не услышит гуси». Гуси и слове те ниже, и ясен будет язык гугнивых. Тогда вокруг Киева было мало городов. Владимир начал строить города по рекам. Весна, Турбиш, Сува, Астер, Тубна, Соловьев. Поставил вопросы, по каким городам и областям христианство распространялось при Владимире, а в какой мере оно распространялось и откуда взялись первые священники при церкви. Он считал, что христианство приняли люди, живые по узкой полосе вдоль водного пути из Новгорода в Киев. На восток по Оке и Верхней Волге доходила проповедь, но христианство привелось слабо. Митрополиты и епископы были присланы из Константинополя. Есть сведения, что священники присылали из Болгарии. Культура Древней Руси. Для культурного развития после принятия христианства большое значение имело деятельность людей, позднее причислены к лику святых. Известно 37 святых, почивших в 983-1199 годах. В 15 веке, 19 веках их жития собиралось, а затем издавалось. В 1885 и 1885 годах было издано 12 томов житий. В 1903 году появилась работа Голубинского «История канонизации святых в Русской Церкви». Святые протяжение своей жизни нередко жили то в одном, то в другом городе. Среди мест их деятельность нужно назвать Печорские пещеры под Киевом, города Суздаль, Ростов, Новгород, Киев, Смоленск, Псков, Вологда, Тур, Переслав. Среди древнейших памятников архитектуры Руси наиболее известны является Спасо-Преображенский собор в Переславле, Залинском, 1152-1157, простройки во Владимире, Успенский собор, 1158-1160, Золотые ворота, 1158-1164, Дмитриевский собор, 1193-1197, палата Андрея Боголюбского, Рождественский собор, церкви Покрова на Нерли, около Суздали и другое. Памятники письменности этой эпохи повествовали о походах Святослава, о монголо-татарском нашествии, повесть о разорении Рязани, Батыи, слово о погибели русской земли,
Основной летописью является повесть современных лет. Поэтическая версия слова о полку Игореве дополняет сказание о походе князя Игоря, известная повесть об убиении Андрея Боголюбского. Слово о князьях. Древнейшие жития содержат Киево-Печорских потерек. В этих произведениях можно найти рассказы о смерти Владимира Мономаха, о строительстве городов Юрием Долгоруким, о строительстве деятельности Андрея Боголюбского, о его самовластии и убийстве, о войнах князей друг с другом и с иноземцами, например, половцами, о взятии татар Москвы, Владимира, тоже Киева. В слове о законе и благодати 1037-1050 написанном Илларионом говорится: «Моисей и пророки о пришествии Христа поведовали Христос же и апостолы его о воскресении и убедящей жизни. Ведь не для невежд мы пишем, а для насытившихся с избытком сладости книжной. Похвалим же нашего учителя, наставника великого, Кагана земли нашей Владимира, внука старого Игоря, в поучении и к братии Луки Жидяты Новгородской, проведника, ум 1159, сказано: «В своем доме, отходя ко сну, сначала Богу поклонитесь, а потом в постели ложитесь. В церкви стоять должно со страхом Божиим, не говорите и ни о чем не помышлять, но умолять следует Бога всем своим разумом. Прощайте брату и всякому человеку, и не воздайте зла за зло. Друг друга восхвалите, тогда и Бог вас похвалит. Не ввергай близких в ссоры, чтобы не прозваться тебе сыном дьявола, но примиряй, и будешь ты Богу угоден. Почитай старого человека и родителей своих, не клянитесь Божьим именем, ничем иным, чем заклинайте и не проклинайте. Не пей не во время, но только умеренно и не до пьянства». В сборнике в 1076 году написано: «Обрати своей дух к страдающим в нищете, тогда и тебе Господь услышит. Твердо знай, в чем спасение твоей души, в том, чтобы никого из людей не обидеть, недостойно слушать клеветника, сладкоглаголящего или наговаривающего на ближнего, чтобы не лишиться Божьей любви и царства. Не передавай то, что услышит от клеветника, дабы не погибнуть вместе с ним». В словах, поучениях Сарапиона Владимировского, 1275 сказано: «Не послушали мы Евангелие, не послушали апостола, не послушали пророков, и учили они нас беспрестанно, а мы все равно беззаконие держимся. Бог не отучил нас от злых привычек, и потому иначе землю сотрясают и колеблет. Не раскаялись мы, пока не пришел народ безжалостный и землю нашу опустошил, и города наши полонил, и церкви святые разорил, отцов и братьев наших избил, над матерями нашими и сестрами надругался. Если окажемся оскверны и немилосердны законов, если отстранимся от кровожадного лихоимства и всякого грабежа, воровства, разбоя, грязного прелюбодействия, отлучающихся нас от Бога, если отстанем от сквернословия, лжи, клеветы, проклятий, доносов, сподобимся благ, а какие еще времена видели мы столько жестоких смертей? Одни не успели распределить о доме своем и погибли, другие с вечера легли здоровыми, а утром не встали. Разрушены Божьи церкви, осквернены священные сосуды, попраны святыни, святители стали добычей меча, тело преподобных иноков птицам на съедение брошены, кровь и отцов и братьев наших, как вода, в изволении землю напоила. Множество братьев и детей наших в плен увели и уведены были.
поля наши сорною травой поросли. Не было кары, которая бы миновала нас, и теперь беспрестанно терпим наказание, и не обратились к Богу, не раскаялись в беззакониях нашим, не отпустились от злых нравов наших, не очистились от скверны греховной, позабыли наказания страшные на всю землю нашу, ничтожестве оставшись, великими себя читаем. Поэтому не кончается злое мучение наше, зависть умножилась, и вражда бросла нас. Тщеславие мучит разум наш, ненависть к ближним вселилась в сердце наше. И сейчас ненастная жадность поработила нас. Не дает Богу пощадить нас, не дает нам быть милостным к сиротам, не дает познать естество человеческое. И как звери алчут насытиться плоть, так и мы жаждем и стремимся, как бы всех погубить, а горькой кровью облитое их имущество к своему присоединить. Уже испытав гнев Божий, все же думаем, если кто висельника и утопленника похоронил, надо вырыть, чтобы не пострадали люди, а безумие злое. Еще более гнев Бога, распространяя приметы, из-за этого засуха, из-за этого дождь, из-за этого хлеб не родится. Братьев своих грабим, неверным их продаем. Если бы могли доносами, завистью съели бы друг друга. Вельможи или простой человек, каждый добычи желает, ищет как бы обидеть кого-то. Оттого сна пробуждаюсь весь. Не молитву ты мысли направляешь, а на то, как бы кого озлобить, ложью переселить. Его. Если не оставите это, то еще горше беды ожидают вас. В XI веке за пределами Руси славилось и изделие русских злато-кузнецов. Тонкие эмали, чернь на серебре, резьба по кости. Известно около 60 профессий ремесленников. О грамотности населения свидетельствуют новгородские берестяные грамоты, обнаружены впервые в 1951 году. Они датируются в XI-XV веках и содержат записи о тщетности и хозяйственных работах, донесений и походах, загадки, стихи, частные письма, торговые договора, приглашения на поминки, известные надписи на пряслицах для веретен, на глиняных сосудах, на деревянных бочках, на сапожных колодках. Среди авторов надписей были киевский гончар, посадские девушки, сапожники. Много надписей сохранилось на стенах церквей, в том числе и проклятия. Произведение живописи сохранилось в виде фресок, икон, книжек, миниатюр. В основном это образы церковного искусства. Разрублены в России 12-13 веках. Князь Ярослав разделил государство на 4 области. Поэтому каждый из них делился на уделы. Князья областей назывались великими. От них зависели удельные князья, князья удел. Князья собирались на советы и съезды, но на таких собраниях не всегда царей нет. Часто причиной вражды было право наследников власти. Право на власть тогда имел не сын, а брат умершего князя или старший из членов его рода. По сведениям Карамзина, в 12-13 веках самая крупная княжеская армия насчитывалась 50 тысяч человек. Разделившийся князь находился в крепостях, которые назывались детинцы. Города вели торговлю с разными странами. В Киеве жили греки, армяне, немцы, венецианы, евреи. Новгороде торговали с Данией и с немцами. Смоленск торговал с Ригой и с немцами. Доходы князья приносили дань, которую платили покоренные жители. В некоторых городах происходили собрания, которые назывались вечи. По наблюдениям Соловьева,
Вечи заменили прежний совет дружины и старцев. Князья сами созывали вечи для объединения важных решений. Горожане, недовольные князем, сходили на вечи против него. Князья восприняли такие вечи, как восстание. Князья являлись верхним судьей. Соловьев насчитывает в Киевском княжестве 40 городов. В Рязанском 15, в Вызовском 20, в Смоленском 8, в Новгородском 15. Всего упоминается более 30 русских городов. В то время деньги назывались куны, а выше денежной единицы была гривна. Во многих городах существовали монастыри. На землях прежней Киевской Руси начало складываться русское, украинское и белорусское народность. По всем землям распространялись известия о важнейших событиях и былинных сказаниях. На севере-востоке ведущую роль играли Владимиро-Суздальские земли, которые иногда назывались Ростово-Суздальскими, и центр находился между реками Ока и Волга. На севере границы терялись в обширных лесах, а на юге границы доходили до Рязанской земли. Пространство между лесами называли Аполье. Крайним городом на востоке был Нижний Новгород, основанный 1221 года. При сиянии Оки и Волги центром Рязанской земли была Старая Рязань. Она находилась на значительном расстоянии от современной Рязани и была разрушена татарами-монголами. Северо-запад русский Рязани принадлежал Великому Новгороду. С XII века известна земля Пермь, у народа Коми. Она зависела от Новгорода. Совсем восточной Руси была Волжская Болгария, где жили предки современных чуваши и татар. В степях бассейна Дона и севера Кавказа кочевали полосы, копчаки. Они разделились на племена. Иногда племена объединялись для походов на Русь или Кавказ. Борьба Руси против иноземных захватчиков 13 века. В 1206 году монгольским ханом стал Темучин, который поручил имя Чингисхан. Уже в 1207 году он начал поход на народы Сибири. Затем завоевал земли Китая и Средней Азии. Его армия насчитывалась около 200 тысяч человек. В 1221 году Чингисхан вторгся на Кавказ. Половецкие ханы обратились за помощью против татаров-монголов к галийскому князю. Князь Мстислав попросил о помощи других русских князей. Он говорил, что если не помочь половцам, то они перейдут на сторону татар и начнут воевать с Россией. Главная битва состоялась в 1223 году за Днепром на реке Калке. Русские были разбиты, монголы захватили в плен князей и убили их на пиру, задавив досками, на которые садились во время пира, как на вахте. В 1227 году Чингисхан умер. Его внук Батый стал командовать войском, которые направились на Русь. У монголов был Грозный. Если враг не сдается, его уничтожают. Они считали, что он должен завоевать весь мир. В 1236 году начался новый поход на русские земли. Вначале монголы покорили Волжскую Болгарию. В 1207 году они подошли к Рязани. Рязанский князь попросил помощи у князей Владимира и Чернигова, но эти князья отказались. Летопись осуждает поведение князей, не желавших объединяться против безбожников. Это так монгольское господство языческие представления. Рязань была сожжена, а ее жители убиты. Татары двинулись во Владимиро-Суздальские земли. Они победили в сражении у Коровна.
сожгли Москву и перебили ее жителей, от младенца и до старого. В 1237 году татарам захватили Суздаль и Владимир. Жители убивали или уводили в плен. В летописях сообщается, что их вели зимой раздетыми и босыми, поэтому многие погибали. Войска татаров-монголов были в 100 верстах от Новгорода, но повернули обратно. Татары взяли Козельск. В 1209 году состоялось второй поход Батыя на Русь. Монголы сожгли Мумор, Чернигов. В 1240 году подошли к Киеву. Князь Киева бежал, а город был разрушен. Монголы взяли огромное количество городов, дошли до Польши, Венгрии, Чехии и Молдавии. В начале 13 века на севере-западе начались завоевания немецкого рыцарского ордера меченосцев. Против меченосцев воевали Псков и Новгород, помогали жители Прибалтики. В 1240 году на севере-западе начался поход шведов на Варшское озеро, устье Невы. Князь Александр дал бой шведов «Невские битвы», после которого он получил прозвище «Невский». В 1240 году на русскую землю вторглись ливонские рыцари. Псковские бояре признали зависимость от Пскова от ливонского ордена. Александр Невского пригласили на Новгород для борьбы с иноземцами. В 1240 году он решил освободить Псков и повел войска к Чукотскому озеру. На льду озера состоялся. В 1243 году Батый потребовал, чтобы князь Ярослав в знак подчинения татарам приехал в Орду. Там он назначил Ярослава верховным правителем Киевской и Ростово-Суздальской земли. Другие князья получили годы утверждения своей власти над русскими землями. Те, кто не желал ехать в Орду, были убиты. В 1246 году монголы вновь вызвали Ярославля в свою столицу и там отравили. В Орду вызвали Александра Невского, которому дали там Киевское княжество. Римский папа в 1245 году отправил на Русь посольство, чтобы узнать о планах монголов. Возможно, посол предлагал объединение православной и католической церкви против завоевателей. Александр Невский не пожелал заключить такой союз. Татары-монголы повели перепись жителей Суздальской, Рязанской и Мурманской земли для учета собирания налогов. За сбором налогов следили баскаки. Священников они освободили от налогов. Татары заставляли русских служить в своем войске и участвовать в походах. В Новгороде произошли волнения во время проведения переписи для уплаты налогов татарам. После смерти Александра Невского в 1263-м русские князья стали враждовать друг с другом, обращаясь за помощью к татарам. Татары поощряли такую вражду, спорили друг с другом, дети Александра Невского. Исходили восстания в Ростове и в Ярославле, откуда и знали татар и не поступили в ханство посла. В 1293 татары разорили 14 русских городов. Через 4 года они повторили набег. Куликовская битва. Татарский хан Мамай забирал войска из татар, половцев, черкесов, армян, генуэзцев. И на совете ордынских князей объявил, что идет по следам Батыя истребить государство российское. Рамзин приводит его слова: «Казним рабов Ростивых, да будут пеплом награды их, виси и церкви христианские, обогатимся русским золотом». Мамай вступил в союз с литовским князем Яго и Олегом Рязанским. Дмитрий Донской начал собирать в Москве войска от армии Мамая. К нему прибыли отряды из Ростова, Ярославля,
Владимира, Суздальска, Костромы, Мурома, Митина, Можайска, Звенигорода, Углича, Серпухова. Митя принял благословение Сергея Радженского, который, по словам летописи, предсказал ужасное кровопролитие и дал двух иноков Александра, Пересвета и Октябрию. Войска Дмитрия Донского вышли из Кремля через Флоровские, Никольские, Константино-Елисейские ворота. В Коломне к ним присоединились другие союзники, и численность армии достигала 150 тысяч человек. К этому времени Мамай уже 3 недели стоял за домом. В Коломну прибыл ханский посол, требуя заплатить татарам большую дань по древнему образцу. Дмитрий отвечал, что он хотел мира и готов платить умеренную дань, но не желает разорять свою землю налогами. 6 сентября 1380 года войска Дмитрия приблизились к дому. 7 сентября они начали искать броды и наводить мосты. Войска перешло в Дон и стало на берегу реки Непряды. В летописях подробно сообщается, где какие войска стояли и как звали их руководители. Битва состоялась на Глюковском поле с превосходящими силами татар. Она шла с переменным успехом на пространстве протяженности 10 верст. Из Дубравы Дмитрий вывел засадный полк, который помог одержать победу. Татарское войско бежало до реки Мечи. Его стан был взят с большой добычей. Еуноки, Отляби и Пересвет были похоронены в Москве у Симонова монастыря. Их память стали праздновать Литовскую субботу вместе с памятью других погибших в этой битве. Карамзин писал, что Кликовская битва считалась самой знаменитой российской предмиальной вплоть до Полтавской битвы при Петра I. Она не прекратила бедствия России, показала возрождение ее сил. Она не имела такие важные и прямые последствия, которые ожидал Дмитрий и его народ. Карамзин ставил вопрос, почему Дмитрий не решил воспользоваться победой и не стал преследовать Мамая до его резиденции в Нижнем Поволжье на реке Ахтубе. Войска Дмитрия торжественно возвращались в Москву вплоть до Кремлевских ворот. В 1382 году татарские войска под командованием Тохтамыша взяли Серпухов и подошли к Москве. Митрополит Киприан уехал из Москвы в Тверь. 23 августа монголы сожгли пригородные деревни и подступили к Москве. Осада Москвы длилась 3 дня. Город был взят и разграблен. Было сожжено много древних рукописей и книг. Вместе с московскими были разорены города Владимир, Звенигород, Юрьев, Можайск, Дмитров, Коломна. Соловьев примерно так же излагает события, связанные с Куликовской битвой. Он подчеркивает, что подобные битвы случались лишь в Западной Европе в эпоху великого переселения народа, когда произошло столкновение европейской и азиатской армии. По словам Соловьева, Куликовская битва была знакома торжество Европы над Азией. Он говорит о всемирной исторической значении Кликовской битвы, о том, что в русской истории она послужила освещением нового порядка вещей на северо-восточных землях. В то же время эта победа близко граничила с тяжелыми поражениями. Есть упоминание, что из 400 тысяч человек осталось в живых 40 тысяч. Соловьев подчеркивал, что если эти цифры недостоверны, то пропорции между высшими
исходившим наверняка близко к истине. Сказание о Мамаевой побоище эта битва упоминает торжественно и плачевно. После нее земля русская оскудела. В 20 веке численность русской армии на Рыковском поле оценивает после этого 150-200 тысяч человек. В поэтическом произведении «Задольщина» похоже на слово о полку Игореве, которое посвящено Куликовской битве. Упоминается, что слова о победе достигали Италии, Германии, Византии и славянских стран на Балканах.